Многие нерегулируемые пешеходные переходы в Иваново являются очагами аварийности. Такие опасные зебры сотрудники ГИБДД патрулировали в минувшую пятницу. Сегодня мы проводим масштабное мероприятие. Направлено оно на профилактику ДТП с участием пешеходов, а именно на профилактику наездов на пешеходов в зоне пешеходного перехода. Этот пешеходный переход был выбран не случайно на улице Ташкентская в районе дома 79. Здесь в течение года произошло 2 наезда на пешеходов. И также нами были выбраны 8 наиболее аварийных пешеходных переходов в городе Иваново. И также там мы осуществляем контроль за движением. Этот нерегулируемый переход на улице Ташкентской опасен тем, что расположен на прямом участке дороги. Автолюбители разгоняются и подъезжают к нему на большой скорости. Притормаживают перед зеброй лишь немногие. А те, кто все же решает пропустить пешеходов, сразу остановиться на скорости ввиду погодных условий не могут. Зачастую наезды на пешеходных переходах происходят именно так. Водитель в правом ряду тормозит, пропуская пешехода, а в левом – нет. Согласно правилам дорожного движения, водитель должен снизить скорость вплоть до полной остановки, если заметил, что из соседнего ряда автомобиль начинает останавливаться. Значит, на пешеходном переходе идет пешеход. Это не нововведение, это в правилах дорожного движения было. Водителям, допустившим эти ошибки, они стоили штрафов в размере 1500 рублей каждый. Но это мелочь по сравнению с тем, что могло бы произойти, если бы события развивались по худшему сценарию. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.